Настоящий семьянин напоминает капитана морского судна. У него должны быть штурвал, чтобы держать его, курс, по которому плыть, и порт, в который направляться. В жизненном море страстей родные Николая Александровича Чижевского полностью ему доверяют. И сегодня, дорогого, любимого мужа, папочку и дедушку, вас, Николай Александрович, с 65-летним юбилеем поздравляют жена, дети и внуки. День за днем растворяются в прошлом, оставляя в памяти лишь самое лучшее, самые светлые чувства и события. Подводя черту в юбилейный день рождения, мы искренне тебе говорим о наших чувствах, а еще о том, что нам есть что беречь в памяти, о чем грустить и мечтать. Но впереди еще много непройденных дорог. Уверенность в этом нам придаешь ты. Все эти годы, не оставаясь равнодушным каждому из нас, ты с успехом украшал собой жизнь каждый день и каждый час. Сегодня ты внимательный, добрый, заботливый муж, папочка и дедушка. Спасибо, что ты у нас есть. Ты прекрасный семьянин, как верный друг незаменим. Составить счастье мог бы всем, но ты не любишь перемен. Семье служить всю жизнь готов, без обещаний, громких слов. Так подкупает доброта, твоя главнейшая черта. Будь счастлив, наш родной, мир для тебя совсем неплох. И пусть в твой прекрасный день рождения в душе будет всегда весны цветенье.